Если театр начинается с вешалки, то каждая поликлиника с регистратурой. Именно в этот отдел ежедневно обращаются сотни людей. В первой поликлинике на улице Конституции прием ведут все необходимые специалисты. Помимо кабинетов врачей, в этом учреждении работают и специализированные отделения. В одном из них, в хирургическом, трудится Саркис Алексанян. В поликлинике он начал работать 6 лет назад, как раз в период подготовки города к Олимпиаде, когда модернизация коснулась каждого соцобъекта, в том числе и этого. Надо было сделать ремонт то в этом корпусе, то во втором корпусе, привести в порядок все. Наш коллектив, он дружный, он с этим как бы справился. Вот, без потерь, скажем так, наоборот, у нас даже расширились штаты и в хирургическом отделении в частности. По достоинству был оценен наш труд. В данном случае я в прошлом году получил служебную квартиру, о чем не нарадуюсь, вот так скажем. Большое спасибо администрации за то, что они оценили вот такой вот труд наш. Первая поликлиника состоит из 4 филиалов, в которых действует 70 терапевтических участков, отделения физиотерапии, функциональной диагностики и дневные стационары. В одну смену учреждение может принять около 2000 пациентов. В целом же на территории обслуживания проживает более 100 тысяч человек. Хорошо записываться по интернету. Записался, пришел уже у врача. Талоны, заходишь, никаких инцидентов, все нормально. Также в последнее время преобразилась эта поликлиника, стала более после ремонта очень красивая, приятно приходить сюда. Пациенты отмечают не только комфортное пребывание, но и постоянство специалистов. Многие врачи в поликлинике работают уже не один десяток лет. Так уже 42-й год в одном отделении принимает врач-терапевт Валентина Дульнева. Очень люблю свою профессию. И мечтала быть врачом, начиная с детства, с раннего даже. И люблю свою поликлинику очень. Вот 42 года пролетели как один день у меня. Поликлиника, я считаю, наша поликлиника центральная, самая лучшая. Ну, что пожелать? Чтобы наша поликлиника процветала, чтобы не было жалоб у пациентов, чтобы все были внимательны, начиная с регистратуры. А сегодня слова поздравлений весь медперсонал первой поликлиники принимал от коллег и руководства города. Праздничный прием Анатолий Пахомов организовал в зале органной и камерной музыки. 120 тысяч людей за год обращаются именно в первую поликлинику и всегда получают должное внимание и качественное лечение, за что мы говорим особое человеческое спасибо всему персоналу. Лучшим врачам и медсестрам Анатолий Пахомов вручил благодарственные письма в знак того, что от их профессиональной работы, своевременной помощи и оказания качественного лечения сочинцев зависит и благополучие курорта в целом. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.